Долгожданные земляника, черника, малина, лесные грибы. Ароматная продукция поступает на прилавки только после тщательной проверки санитарных врачей. Мы отбираем пробы как ягод дикорастущих, так и грибов. И с использованием блока детектирования и компьютерной специальной программы получаем результат, который дает нам возможность либо выпускать ягоды и грибы в свободную продажу, либо мы их утилизируем. На рынке в Одинцове проверку на безопасность лесные дары проходят ежедневно при помощи специальных приборов – радиометра и спектрометра. Специалисты определяют наличие радионуклидов. Удельные значения мы получили. Да. Все в соответствии. Все хорошо. Да. В журнал тогда заноси. Радионуклиды опасны для здоровья человека. Они накапливаются в верхнем слое почвы и листьях, заражая ягоды и грибы. По словам сотрудников лаборатории, лидером по накоплению радиоцезия считаются польский гриб, свинушка и масленок. Меньше всего опята. Из ягод самые чистые – земляника и малина. Лаборатория работает, скажем так, не покладая рук. Ежедневно с утра до того, как каждая ягодка попадет на прилавок, она проходит проверку. Потому что для нас в первую очередь важна безопасность. Безопасность наших продавцов, наших покупателей в первую очередь. После экспертизы продавцы получают документы, дающие право реализовать свою продукцию на рынке. Ну а те, кто собирает ягоды и грибы самостоятельно в лесу, тоже должны внимательно относиться к проблеме содержания в них радионуклидов, отмечает санитарный врач. Не у каждого есть дозиметр, возможность проверить, но у нас есть возможность промыть грибы, то есть замочить в подсоленной воде, что тоже является очень хорошим. Ну, по крайней мере, в 2-5 раз это может снизить уровень радионуклидов. Ну, а с обязательным сливанием, желательно в трех водах не менее того. Плюс варка тоже, соответственно, снижает уровень нуклидов. Покупают нормально, люди берут, ничего не жалуются. Они, ну, для витаминов, для полезных, для людей, там, для ребенка, для детей, для всех полезные. Черника, ягоды, малина, абрикос. Ну, нормально, видите, хорошие продают. Люди постоянно берут и не жалуются, нормально, можно кушать, пожалуйста. Экологические продукты. Покупая продукцию, не стесняйтесь просить заключение о лабораторном исследовании. Это право каждого покупателя. Тогда сезонные дары природы принесут только пользу. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».